24 августа – день городского округа. Коммунальные службы заранее приступили к наведению чистоты и порядка на улицах и в местах общественного притяжения. Тему благоустройства в муниципалитете обсудили на оперативном совещании, состоявшемся по результатам объезда территорий. Основное внимание уделили удаленным от центра города дорогам и улицам. Во Фрянове, Загорянском, Литвинове, Медвежьих озерах и Монине пройдут праздники, посвященные дню их основания. По Монину 17 августа пробегут участники первого авиационного полумарафона. Трасса проложена по 9 улицам и аллее героев. На улице Юбилейной у дома 12 в Медвежьих озерах приступили к устранению подтоплений проезда. Этот вопрос стоит на контроле у исполняющего полномочия главы городского округа. Закуплена труба, сделана заявка на закупку насоса и электрооборудования в здании ОЛОС. Уточнили границы Лосиного острова для того, чтобы мы не попали под штрафы. И сегодня начинают работы по раскопке траншеи и для последующего укладки трубы. На днях медвежьеозерцы стали пользоваться новой 700-метровой пешеходной дорожкой на некогда опасном участке улицы Садовой. Закончены работы по строительству тротуара от Щелковского шоссе до воинской части. И мне хотелось бы отметить работу подростков от муниципального учреждения по работе с молодежью клуба «Ровесник», который в количестве 17 человек в течение всего летнего периода оказывает большую помощь в уборке и содержании нашей территории. В Загорянском завершается переустройство пристанционной площади. Теперь на ней не будет скапливаться вода после дождя и снега, а движение транспорта станет безопасным. Во Фрянове ко дню рабочего поселка и дню городского округа по улице Тракторной выполнили ямочный ремонт. Территория усадьбы Гребнева 24 и 25 августа впервые примет участников ежегодного военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры». Подготовлена обширная программа с участием клубов-реконструкторов, артистов театра и музыкальной сцены. Многие уже ответили о своем участии, поэтому прошу уже ближе к 24 числа еще раз посмотреть по маршрутам движения вокруг усадьбы Гребнева. Вопросов не было, мы должны показать высокий уровень готовности. Преображается центральная часть поселка Литвинова. На днях УДК закончит укладку дорожек, отдельные элементы, которые украсят тротуарной плиткой. Ведется утепление и облицовка фасада местного спортклуба. На этом работы по наведению порядка не заканчиваются. Учитывая то, что удалось значительно сэкономить от аукционов средства, мы будем продолжать работу по благоустройству внутриквартальных дорог с монтажом пешеходных проходов в селе Трубино, в деревне Мишнеру, в деревне Сукманинка. В Щелкове реконструируют первый участок улицы Пушкина от Шмидта до Парковой. Впервые на ней появится велосипедная дорожка, соединяющая парк культуры и набережную Молодежную. Работы ведутся поэтапно с поочередным перекрытием проезжей части. Ведутся работы по устройству бортового камня пешеходных дорожек. Уже закончили дорогу. На самой набережной приблизились к финальному этапу работ. Службы озеленения выполняют планировку газонов и посев травы. В микрорайоне Чкаловский после реконструкции открывается улица Гагарина. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.